Еще раз добрый день, уважаемые друзья. Продолжается матч первого круга одиночного разряда у девушек турнира второй категории ТВИ. В перерыве между ними Катя Тихонкова взяла медицинский перерыв. Какие-то проблемы со стопой. На подаче Ксения Алешина. Пока что она уступает во втором сете со счетом 0-3. Но это связано в первую очередь с тем, что Катя нашла игру против Алешина. И пока что инициатива во втором сете принадлежит Кате. Ей нужно четче класть мяч, обрабатывая вторую подачу Алешины. Понимаю, что первая у Алешины не идет. В обмене ударами на заднюю линию очевидно преимущество Тихонко. Она играет более плосковатыми ударами. Прошла первая подача у Алешины. Ну, в общем, это где-то вторая подача. Вторая подача за матч. Это, конечно, хороший мощный кейс, но маловато. Нужно, чтобы это было почаще. Вновь прошла первая. Вновь прошла первая. 40-0 на подачу Алешины. Еще один эйс. Да, распадавалась Ксюша. Берет гейм. Берет гейм. Счет становится 3-1. Как будет действовать Алешина на приеме? Потому что Катя подача может быть не так сильна, хотя скорость первая очень приличная. Настолько, как она подает по месту. Вот сейчас Алешина вместо того, чтобы принимать с двух рук, пыталась забежать под открытие. Мяч летел не практически в корпус, она не смогла забрать. Не идет первый мяч. Ну вот как распорядиться уже Алешина второй подачи Тихонко. Отрезанный коварный удар. 4-3 в счете резаных ударов Ксении. 4 мяча она выиграла и проиграла. После резаных. Двойная ошибка. Интересное решение. Катя на втором мяче подавала уходящую боковую линию. Рисковая достаточно история. 15-30. Не проходит опять первый мяч. Дает двойную ошибку. 15-40. Если не слово полетку Катя, я действительно, наверное, ее беспокоит несколько травм. Или настолько серьезное дело, это головой синдром такой. Первая проходит. Но везет Алешине. Сетка сыграла за российскую спортсменку. И Алешина берет очередной гейм. Уступает пока что во втором сете, но инициатива может показаться ушла из рук Кати. Thank you.
Интересно, как сейчас будет складываться подача? В предыдущем времени она выполнила 3 мощных подачи. Практически 2 на вылет, одна там что-то тоже на уровне ОСА по эффективности. Вот так будет сейчас подавать Ксения в этом деле. Не проходит первый мяч. И безупречная вторая. Торопится при выполнении второго удара с отскока. Вот та игра, которая должна демонстрировать Кате. Четко обработать вторую подачу Алешины. И далее уже розыгрыш по ходу. Как будет складываться, так и будет видно. Пробивает первым мячом Алешина, но не проходит подачу. Вкручивает вторую. Мягко смягчает. Ошибается Ксения за боковую линию. А вот небольшой, но достаточно серьезный для того, чтобы мяч даже не цеплял линию, он уходил где-то сантиметром на 3-5. 0.30 на подаче Алешины. А, видим, что не совсем уверенно. Вот, прошла первая, ну что дальше? Накатывает Алешина первый мяч. Удачная первая подача. Хорошая первая подача. И мощная атака Алешина. 15.30. Первая прошла, и вторая безупречная, мощный розыгрыш в исполнении Ксении по 30. Очень важный розыгрыш. Вновь прошла первая Ксюша. И ошибается Катя, выполняя удар с отскока. Нельзя назвать эту ошибку невынужденной, потому что Ксения предлагает очень высокую скорость обмена ударами на задней линии и смягчение. Кати сразу приводит к проблемам для нее. Готовится Ксения. Подает первую и грубая ошибка. Вкручивает вторую и ошибается в обработке подачи Катя. Утри во втором сете очень важный день выиграла Алешина. Не проходит первый мяч у Кати. Просит убрать мяч, чтобы более-менее спокойно можно было играть очко. Второй мяч, вторая подача. Наказывает Алешина Катю за мягкую подачу. Катя Тихонько, Беларусь.
выходит первый мяч, но не попадает в квадрат подачи. Да, правильный вопрос. Зачем? Т-15. Нужно понимать спортсмена. При таком опыте, как у Алешина, уже пора знать, что обработка второй подачи более сложная история, чем обработка первой. Бросать концентрацию внимания при такой истории, это не совсем верное решение. По 15. На подачу катится. Проходит первое, вот уже Ксения кладет аккуратно по миску, и Катя ошибается. 15:30 на подачу Кати. Безупречная. Вот она история. Когда проходит первая подача у Кати, и Ксения вкладывается в нее, то мяч садится четко на ракетку, и получается качественный прием. Не идет первый мяч у Кати. Вот сейчас, что будет делать Ксения со второй подачей? Вновь ударила наотмашь и ошиблась. Вау! На наш взгляд, это спорное решение принимает Ксения, выполняя слишком жестко прием второй подачи. Нужно все-таки более аккуратно быть при приеме второй подачи Кати. Не идет первая. Сделайте корректировку Ксении. Очередная ошибка. Ровно. Счет 3. Да. Счет 3. На подаче Кати. Не проходит первый мяч. Жестко отвечает Алешина. Безупречно в атаке Кати. Вот это та игра, которую она должна демонстрировать. Безупречно в атаке. Мощными плотными ударами по месту она вынуждает Алешина ошибиться. Помнить должна Ксения потом все свои ошибки, которые она допустила, выполняя прием второго мяча Тихонко, расстреливает мячи по аутам. Дает двойную ошибку Кате. Ровно на подаче белорусской спортсменки. Очередная вторая подача Кате в первый квадрат. Как распорядиться Ксения этим мячом? Аккуратно. Вот что должно делать Ксения. Аккуратно обработать с приема.
вторую подачу Кате, а не бить по барабану. Мощными ударами играет девушка. На растяжку подбирает Катя. Сильно. Высочайшего уровня теннис. И техническая ошибка. Очередная техническая ошибка Ксении с короткого мяча. Ну, смею вас заметить, уважаемые друзья, если же вести статистику ошибок Алешины с короткого мяча, то она практически, ну, как минимум 4 мяча уже ошиблась с этой зоны. Когда она подходит к мячу на короткий, и у нее не хватает вращения для того, чтобы перебросить мяч через сетку. Над этим элементом также нужно работать ее тренерскому штабу. Какой товарный мяч выбрасывает Алешина. Какой коварный мяч, косой короткий кросс в исполнении Алешиной. Он помог захватить инициативу. Два мяча, и Ксюша разорвала соперницу по диагонали. Миша на подаче Кати Тихонко, Республика Беларусь. Безупречная первая подача от Кати. Ксюша не... Ксюша не пошла вперед с короткого мяча и, в общем-то, заткнулась в удар ровно. Очень важный день, счет по 3. Нужно сделать предположение, что та спортсмена, которая возьмет данный день, будет владеть инициативой при розыгрыше. При продолжении, во всяком случае, второго сета, а может быть и матча. Как Алешина будет сейчас поступать? Аккуратно положила Алешина спину вторую подачу. Разобралась спортсменка с тем, что нужно делать. И ошибается Катя, выполняя удар с отскока.